только коротко каждый озвучит какую-то мечту, которую готов озвучить. И поделюсь секретом, что здесь есть люди, которые друг другу приходят соседями, то есть которые живут рядом друг с другом в одной деревне, да, недалеко от Красносельска. И вот сейчас, возможно, очень даже будет уместно, вот в этот хоровод, друзья, да, соседи, обращаюсь в первую очередь, все, кто не соседи, тоже о чем-то, если хотите помечтать, прямо сейчас вы прочувствуете, что самое важное, самое глобальное, если хотелось бы вам помечтать, чтобы это произошло. И уверяю вас, это сбывается на практике, это доказано уже многочисленно. И нам сейчас важно заложить образ. И я вот начну с того, что я мечтаю о том, чтобы в нашей деревне, называется Красная Поляна, в этом году приехало более 10 семей жить уже, зимовать круглогодично. И в результате чего нам администрация дала официальный статус деревни. Продолжаем дальше. Если есть что пожелать, прям тут же говори, если нет, то пропускаешь. О чем ты хотел бы помечтать? Давай. Что добавите, давайте. Хорошую погоду на поляне, везде, солнышко ясное, дождик вовремя. Будет очень ясно. Будет. Уверяю. Лена, быстро. Помечтать тебе, Лен, есть? Чтобы зима не пришлась. Пока подумай, ладно? Кто это, есть время подумать, кто по второму кругу получит. Я хочу жить на Красной Поляне со своими друзьями. Я хочу, чтобы люди в городах сажали деревья. Я хочу мира на всей земле и хочу жить как раз на поляне. В самое ближайшее время, год-два. Чем четче цель, мечта, да, тем легче им воплощать. Я в этом году хочу пасеку. Будет пасеку. Закон вышел о родовых поместьях, и чтоб сердце земля цвела одному цвету. Самое главное – жить в крепком здоровье. Я хочу много путешествовать. Я хочу найти свое место на земле, со своей семьей там жить. А я хочу, чтобы у всех детей, которые живут в детских домах, нашлись родители. Я хочу, чтобы на Красной Поляне, что не посадишь, все вырастало, плодоносило, были богатые урожаи. Не хочется, чтобы все начали строить на поляне. Началась только хорошая у всех, и в том числе у меня. Да, про себя не забывайте, потому что вы когда озвучиваете, себя включаете в эту мечту, потому что у других будет. Как говорится, там записали, выполнили, а вы? А, про себя не сказали, да? Девчонки, есть что добавить? Карина, есть что? Вот уже Лена не говорила у нас еще. Я хочу белую лошадь. Вот, озвучивайте свои мечты, озвучивайте, они сбываются, правда. Особенно, когда все вместе мы об этом пожелаем. Так что, Лена, Камиля, если есть что-то вам добавить, добавляйте. Я хочу игрушку. Какую? Свинка Пеппа. Вот, ну все. Можно я добавлю? Я хочу, чтобы мои дети и внуки приезжали этим летом на поляну, отдыхали там, дышали свежим воздухом, наслаждались природой, и мы все были счастливы. Все дружили. Вот. Я хочу, чтобы у меня много было котят. Надя не говорила. Говори. Котя. Карина, ты когда лошадь хочешь? Весной. Весной была лошадь. Итак, можно еще можно загадать, что ли? Кстати, выдающиеся музыканты. Вот, видите, смотрите, что получается. Да, мы начали озвучивать мечты, дети почувствовали, стали их тоже озвучить. Они поняли, что сейчас самое то время, когда их можно озвучить, и они сбудутся. Нам всем нужна вера в то, что они сбудутся. И поверьте мне, я не первый год провожу хороводы, такие чудеса уже были, мне письма писали с такими результатами, которые остается только поверить. Вот здесь мы с вами эту веру создаем.